Приветствую вас, друзья-коллекционеры, с вами Алексей Чернышов, вы смотрите канал «Сын, отец и игрушки» и очередное пополнение моделей Hot Wheels в нашем магазине. Но сегодня мы вскрываем кейс 21 года, и это у нас кейс B. 72 модели, Mattel Toys, погнали! Ну вот, друзья, мы посмотрели 72 машинки. Да, быстро было, но тем не менее. И давайте, наверное, я пару слов скажу о тех моделях, которые лично мне интересны. Но, к сожалению, даже из того, что здесь интересно, большая часть у меня уже есть. Во-первых, очень порадовал Hello Kitty. Вот его-то как раз-таки у меня Cool Combi нет. И это прям хорошо. Классная модель. Отличные катки, очень милые декали. Ну и сам каст мне очень-очень симпатичен. Еще из того, что нет и что в целом неплохо, это Бэтмен, точнее Бэтмобиль в таком бордовом, около даже, наверное, больше даже коричневом. Вот такой вот Бэтмобиль, и его у меня тоже нет. Все остальное из этого, по-моему, у меня уже есть. Ну, опять же, из того, что мне нравится. Нет, вру. Еще Ягуар. Вот такой вот, пожалуй, тоже пригодится. Красивый. Смотрите, и зад прорисован, и перед прорисован. А какой цвет. Муа, красота же. Красота. Берем. И, наверное, еще вот такой вот Dodge Power Wagon. Тоже нужно брать. Красота.
Вообще, конечно, каждый для себя решает сам, что для него красиво, что нет. Поэтому просто скажу, что из всего этого мне еще понравилось. Конечно же, поршики, без них-то куда, правильно? Поршики хороши, но оба у меня уже есть. Пока не знаю The Nash. Это у нас Hot Wheels Legend. Если кто-то не знает, это некий тур, с которым Hot Wheels ездят. Люди создают свои модели, ну, то есть настоящие машины, привозят туда, и какие-то из них выигрывают, я не знаю по каким принципам. И их потом, насколько я понимаю, воссоздают в виде моделек Hot Wheels. Так что вот, такой реально автомобиль есть. Такая небольшая историческая справка для тех, кто не был в курсе, если что. И я вот все думаю, хочу я себе такую машинку или не хочу. Что-то, блин, в ней есть. Так, корветик. Неплох, но их у меня уже много, и сам цвет мне не очень нравится, декали тоже, поэтому не нужен. Конечно же, Ниссанчик, просто красота, к сожалению, оба здесь и оба они не супер трэшаханты, к сожалению, к моему великому сожалению. Вольво в красном. Прекрасно. Неплохая модель, неплохая. Вот такая, наверное, понравится сыну. Он у нас фанат динозавров, а это у нас Т-рекс, очевидно. Но у него уже есть такой, только реколор. Безусловно, Dodge Van. Красавчик. К сожалению, тоже было два, и оба... не супер трэша ханты, к сожалению моему великому. Ну, еще один у нас ягуарчик остался. Корвет, ну, не знаю, что-то в нем не то, возможно цвет. Ну, еще один Бэтмобиль. Вот Land Rover тоже, вот ломаю голову, нужен он мне или нет. Вроде как и выглядит неплохо, вроде как, ну, вроде как. Что-то мне вот в этой машине приглянулось, не знаю. Heavy Hitcher. Я сразу помню, метод Хитча. Mattel Dream Mobile. Тоже что-то вот мне есть, но как-то я не могу решиться, нужна она мне или нет. Что думаете? Пишите в комментариях, как модель. Так, так, так. Бум-бум-бум. Land Speeder, конечно же, нужно брать, если вы фанат Звездных войн. В любом другом случае не стоит. Это, конечно, убивает. Лучше бы сделали ее на подставке, как это делали с разными летательными аппаратами. Ну, колесики, это, конечно, то еще извращение. Фикрик. Есть один или два таких, ну, очень стареньких, там, 16-го, по-моему, года. Вот такое вот что-то, не знаю, тоже все на любителя. И вот эти вот все забавные малыши, такое, конечно, все тоже на любителя. Я знаю, прям есть фанаты, они собирают всех таких малышей. И это здорово, что есть люди, которые плюют на все какие-то там всеобщие принципы коллекционирования. Надо брать вот это, надо брать это. Нет, надо брать то, что нравится. Вот такой вот Ford 32 года. Это у нас с принтами игры от Mattel. Тут даже написано Mattel Games. Это игра Uno. Уно момента. Что-то в ней есть. Тойотка, конечно, хороша была бы, если бы ее прокрасили как-то поинтереснее. Но в целом форма, конечно, классная. Катки спорные.
Но опять же, повторюсь, в целом неплохо. Очень даже неплохо. Ну и еще из какого-то адового звездеца. Здесь у нас не пойми, что за самолет. Poison Arrow, отравленная стрела. И танкнатор под фигурки Мегаблокс. Все время говорят, о, под Лего, под... Нет, это... Запомните, у Mattel, которая компания производит игрушки разные, начиная от Барби и заканчивая моделями Hot Wheels, у них с относительно недавних пор есть своя компания, которая называется Mega Constructs. Ранее она называлась Mega Blocks. Так вот, там вот такие вот фигурки, и именно под них заточены вот эти машинки. Вот такие. Вот такие, где фигурка может держаться. Конечно, сюда можно поставить и фигурку Лего, никаких проблем нет. Но изначально, точнее, изначально они делали под все фигурки. И даже что-то похожее на леговскую фигурку изображали. Но впоследствии стали затачивать это все под свои фигурки. Потому что, а зачем работать на конкурентов? В общем, друзья, вот такой вот балаган у нас сегодня получился. Пишите в комментариях, что думаете, вскрывать ли в ближайшее время остальные два бокса, если не понимаете, о чем я. В закрепленном комментарии пусть будет так. Ссылка на распаковку по ссылке, и вы там все поймете. В общем, у меня еще есть два таких бокса. Если вам это интересно, а судя по тому, как до этого я вскрывал бокс, и несмотря на то, что куча гневных комментариев там есть, тем не менее, в целом вам зашло. Если зайдет этот ролик, то будем вскрывать еще два бокса. Будем надеяться, там нам фартанет. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, будьте добрее к остальным. Увидимся уже скоро. И помните, канал Сын Отец и Игрушки, создаем коллекцию вместе. Всего вам доброго, друзья коллекционеры. Пока-пока-пока!